У меня все получается полным ходом, так сказать, в эту профессию. То есть благодаря этому театру я нашел свой путь, благодаря Светлане Геннадьевне. Вот уже 8 лет Евгений Красильников – часть театральной труппы УГТУ. Но сегодня на крайний прогон спектакля он пришел не в качестве актера, а в роли верного друга, чтобы поддержать товарищей. Марк Захарченко частью команды стал совсем недавно. Полина Сафонова – на 4 года раньше. К юбилею театра «Политеха» ребята впервые выступят вместе. А в детстве у меня были тоже там главные роли во всяких других спектаклях. А так, если говорить про наше взаимодействие, мы познакомились только, получается, в этом году. Да. И пока что еще не так сильно взаимодействуем между другом. Да, только готовим спектакли. Да. Еще не выпустили. Вот сейчас вот скоро выпустим как раз «Чехов. Любовь». Мы, считается, то есть мы в одном спектакле, но в разных рассказах. Да. Любовь Антона Павловича в этот раз заиграет по-новому. На сцене ребята полностью погружены в свои роли. Ими владеют не собственные эмоции, а эмоции героев. При этом стоит отметить, что в постановке участвуют не профессионалы. Поначалу в театре было всего 5 человек. Сейчас их в 3 раза больше. Новый поток желающих пришел в сентябре 2021 года. Тогда-то художественный руководитель Светлана Сернова и решила: пора выходить за рамки. У меня весь Чехов в 2 состава. Это, с одной стороны, очень здорово, а с другой стороны, очень работы много. Но все ребята, которые готовы, поэтому зрители увидят аж 2 состава. Мы тут очень интересную такую штуку придумали. Длинные рассказы мы поделили пополам, и там прямо в процессе рассказа будет замена персонажа. Еще один секрет, который нам разрешили раскрыть: зрителю будет представлена не готовая премьера спектакля, а открытая репетиция. Увидеть эксклюзив первыми можно будет уже в эту субботу, 5 февраля. Кроме того, в честь юбилея актеры решили не ограничиваться одним показом. 2 и 4 февраля на сцене будут сыграны уже отработанные постановки. Одна из них – необходимое предисловие. Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь? Вот моя борода, рви! Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни? Нет! На каждый из спектаклей вход свободный. Единственное условие, которое продиктовано эпид-обстановкой – наличие QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.